мы спасем тебя. Рой, нужно одолеть монстра. Да, Полли. В атаку! В атаку! На! Рой, я один не справлюсь. Помогай. Хорошо. Вперед. Ура! Ура! Спасибо! Как бы я хотел быть настоящим спасателем, как наш друг Рой. Спасателем? Но, Бенни, ты ведь не умеешь тушить пожары, как Рой. И ты не сможешь поднять что-то тяжелое. Но я так хочу когда-нибудь попасть в команду спасателей. Это Рой! Здорово! Если бы у меня был подъемник, я смог бы стать спасателем. Идея! Магазинчик Уиллера. Я буду как Рой! Я стану настоящим спасателем! Ой, как же здорово! Знаешь, тебе надо было зарядиться. Прости. Эй, ребята! Чем занимаетесь? У Роди сел аккумулятор. Теперь мы не можем играть в команду спасателей. Что? Кажется, я знаю, как вам помочь. Правда? И как же? Та-дам! Ух ты! Ты посмотри, какой хороший подъемник. Подожди, Роди, я перенесу тебя к станции для подзарядки. Вот так. Здорово, Бенни! Правда? Поехали на станцию! Поехали! Так, кажется, отлично справился. Теперь телефон вызова помощи работает как надо. Молодец, Хелли. Привет! Привет, ребята! Бенни, у тебя есть подъемник? Да! Роди застрял посреди дороги, и Бенни помог ему. Это замечательно, Бенни. Ты похож на Роя. Правда? Ура! Слышали? Я похож на Роя! Везунчик! Бенни, тебе нравится Рой? Да, он мой герой. Когда я вырасту, то стану настоящим спасателем, как и Рой. Правда? Рою будет приятно это услышать. Очень хорошо, что ты помог другу в трудную минуту. Рой, я тебя порадую. Чем же? По дороге сюда я встретил Бенни, и он сказал, что Рой его герой. И однажды он станет спасателем, как и Рой. А еще Роди застрял посреди дороги, и Бенни помог ему. О, какой он молодец! Рой, теперь ты должен работать еще лучше, чтобы не разочаровывать Бенни. Да, точно. Если я буду знать, что Бенни следит за мной, то стану еще сильнее. Бенни, ты похож на настоящего спасателя. И правда? Да. Бенни, а давай поедем в порт. В порт? Может быть, там есть машины, которым нужна твоя помощь. Ведь тогда ты сможешь кого-нибудь по-настоящему спасти. Конечно! Теперь ведь я член команды спасателей, верно? Ура! Точно! Теперь мы команда спасателей города Брум! Я буду Полли самым быстрым в мире! А я тогда буду Эмбер! А я Роял! Команда спасателей города Брум! В порт! Вперед! На помощь! Ой! Это Дампо! Помогите! Он в беде! Что же делать? Спокойно! Это же наше первое задание! Сначала узнаем, в чем дело! Малыши!
Чем мы можем помочь? Как я рад вас видеть. Я не могу сдвинуться с места. Вы не могли бы вызвать команду спасателей? Спасателей? Не нужно никого звать. Что? Что ты такое говоришь? Потерпи немного. Я спасу у тебя дампу. Бенни, начинай. Хорошо. Так. Что? Что ты делаешь, Бенни? Ой, нет, слишком тяжело. Мне не поднять. Бенни, лучше отпусти меня. Я тяжелый. Ладно. Кажется, я застрял. Что? О, нет. Мост поднимается. Зовите спасателей. Да, сейчас. Поехали, Роди. Команда спасателей, Джин? А? Привет. Нам нужна помощь. В чем дело? Дампу и Бенни в беде. Их нужно спасти. Что? Что там стряслось? Внимание, внимание! Дампу и Бенни застряли на мосту, и мост вот-вот разведут. Срочно отправляйтесь к ним. Хорошо. Не шевелись! Мост опускается! Спасите! Ну как? Они здесь! Бенни! Дампу! Помоги мне, Полли! Рой, нужно срочно остановить мост! Да! Спасибо! Элли, подними Бенни! Хорошо! Полли, тут слишком узко. Я не смогу вытащить Бенни. Придется приподнять мост. Нужно вытащить Бенни. Получилось! Элли, вытаскивай! Сейчас! Нас спасли! Молодец, Рой! Так, вот и все. Подъемник удален. Спасибо, Эмбер. Спасибо, Эмбер. И тебе спасибо, Дампу. Что? Мне стыдно. Нам так стыдно. Там было очень опасно. Я просто хотел помогать всем, как это делает наш Рой. Бенни, что ты должен был сделать сегодня, чтобы стать настоящим спасателем? Не знаю. Тебе нужно было вызвать помощь, и никто не оказался бы в опасности. Но ведь спасают совсем не так.
Спасение начинается с вызова помощи. Верно. Если бы нас не вызвали, мы не смогли бы никого спасти. Понятно. Пообещайте нам кое-что. Если в следующий раз кто-то попадет в беду, вы сразу позвоните в службу помощи. Вы ведь справитесь? Да! Ой, Бенни, кажется, твой подъемник сломался. Не нужно грустить, Бенни. Когда ты вырастешь и станешь спасателем, у тебя будет настоящий подъемник. Думаешь, у меня получится? Конечно! И ты станешь даже лучшим спасателем, чем я. Ты правда так думаешь? Я стану таким же, как и ты? Рой, ура! Я так счастлив! Спасибо, Рой! Рой, ты лучший! Я же говорил, Бенни, обожаю Роя! Чила.